Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги. Приветствую всех, кто сегодня пришел к нам на факультет журналистики узнать о возможностях, условиях поступления на факультет в 2018 году. Интересно, вы были, коллеги, на Дне открытых дверей в главном здании? Были. Ну, мне кажется, это очень хорошая практика посмотреть на университет в целом, а дальше посмотреть на конкретный факультет. У нас у всех в Московском университете своего рода двойная идентичность. Мы часть большого университета. И сегодня ректор, академик Садовничий, блестяще, в достаточно сжатой форме рассказал и об истории, о достижениях университета. И напомню, мы все-таки единственный университет России, который входит в международные рейтинги на самых высоких позициях относительно российского высшего образования. Но, с другой стороны, вторая часть нашей университетской идентичности – это факультетская идентичность. И все поступают на конкретные факультеты. Наверное, в этом сила Московского университета, что мы формируем, с одной стороны, универсум, единство нас всех, с другой стороны, мы выступаем и экспертами, и специалистами в своих областях. И поэтому, конечно, здесь, на факультете журналистики, очень приятно вас приветствовать. Мы факультет, я считаю, я думаю, вы мне простите, это особый, потому что мы находимся здесь, в центре Москвы. Как факультет мы созданы в 1952 году. Факультет развивался динамично, всегда присутствовал в международном академическом пространстве и всегда следовал современным тенденциям в журналистском образовании Европы, развитых стран. Сегодня мы смотрим на то, что происходит в Азии, и готовил специалистов, востребованных медиаиндустрией. Сегодня мы большой факультет, динамично развивающийся. У нас 14 кафедр. Тот, кто приходил к нам год назад, может быть, есть такие, скажут, вот у вас, наверное, новая кафедра. У нас действительно в прошлом году учебно было 13 кафедр, а теперь с 1 сентября в составе факультета новая кафедра медиалингвистики, которая занимается реализацией преподавания иностранных языков. И это для нас очень важно, поскольку иностранные языки у нас являются одной из главных компетенций, профессиональных компетенций журналиста. У нас 14 кафедр, как я сказала, есть научно-исследовательские лаборатории, учебный мультимедийный центр, библиотека, медиатека. И, конечно, у нас очень квалифицированный профессорско-преподавательский состав. Факультет журналистики востребован в филиалах МГУ, которых много, но два филиала нам особенно близки. Это филиал МГУ в Севастополе, который начинался, к нашему сожалению, как зарубежный филиал. Сегодня это наш филиал, российский филиал МГУ. И это очень важное для нас место. Должна сказать, что есть магистры, которые заканчивали бакалавриат в Севастополе, есть аспиранты, которые учились в Севастополе, есть преподаватели, которые учились в Севастополе и потом переехали сюда и продолжают здесь свою работу в качестве преподавателей. Недавний наш успешный проект – филиал в Ереване. Там наши преподаватели полностью реализуют программу подготовки. Только два предмета мы не преподаем в Ереване. Это английский язык и армянский язык. Все остальные предметы ведут наши преподаватели. И для многих это большая честь поехать в Ереван и прочитать там нашим армянским студентам свои лекции.
Студенты в ходе освоения программы не только сидят в аудитории, вот, например, это одна из самых популярных у нас аудиторий, здесь студенты слушают лекции, но и участвуют в семинарских занятиях, но главное для студентов это, конечно, студенческие медиа, которые создают у них основу профессиональной подготовки. Конечно, нельзя стать журналистом, не работая в редакции, это очевидно. Но вы же прекрасно понимаете, когда первокурсник, совершенно такой молодой, зеленый, юный, приходит в редакцию, особенно если это редакция высокого статуса, общенациональная или общегородская газета, то зачастую главный редактор ничего, кроме кофе и перекладывания бумажек, не поручает такому практиканту. Ну, конечно, ребята расстраиваются, и мы последние несколько лет начинаем привлекать их на практику в наши студенческие СМИ. Вы все знаете сайт факультета журналистики, посмотрите, там в рубрике «Студенческие СМИ» есть и радиопроекты, и телевизионные проекты, есть и журналист онлайн. Наши преподаватели, которые являются практиками, работают вот с этими юными, совершенно еще неопытными в журналистике людьми, формируют у них навыки построения текста, создания заголовка, навыки проверки информации, что сегодня является вообще ключевой проблемой профессии. И, в общем-то, мы стараемся только после небольшой практики выпускать ребят во многие редакции. Надо сказать, что после активной практики в журналисте онлайн наши студенты нашли себе места в российской газете, нашли места после «Маховой 9» на телевидении, на Первом канале, после радио «Маховая». Ну, я в машине часто слушаю приемник и слушаю информационные радиостанции, слышу голоса студентов. Но они все начинали в наших студенческих медиа. Кроме взаимодействия с индустрией, редакциями, конечно, наши студенты ездят на стажировки за границу. Для этого нужно хорошо учиться, для этого нужно неплохо знать язык преподавания, как правило, это английский язык, и, конечно, для этого нужно участвовать активно в студенческой научной жизни, в обменных проектах. Здесь перечислены, на этом слайде перечислены те страны и университеты, в которые мы отправляем своих ребят. Часть из них бесплатные, например, те страны, где существует бесплатное образование, предоставляют места с бесплатным образованием, даже дают стипендию. Часть требуют небольшой взнос, например, в Брюсселе, когда наши студенты ездят на полгода, взнос составляет 120 евро за 4 месяца. И многие расходы с них снимаются. Да, они должны там еду себе покупать и найти какую-то квартиру. Но обучение бесплатное, и пользование библиотекой, и пользование ресурсами многих вузов тоже бесплатное. Так что, в принципе, нельзя сказать, что наши стажировки недоступны. Они, как правило, доступны тем студентам, кто хочет учиться, и кто себе, работая на хороших практиках, откладывают гонорар, наши студенты неплохо зарабатывают, они везде востребованы, как юные корреспонденты. Учебный процесс, ну это самое главное, я думаю, что о каких-то приятных моментах я рассказала, сейчас очень принципиальные, важные вещи. Форма обучения. Мы реализуем направление подготовки журналистика по всем видам обучения. Бакалавриат, магистратура, аспирантура. Второе – высшее, программы профессиональной переподготовки, повышение квалификации, подготовительные курсы и школы для молодых. Судя по лицам, здесь больше претендентов на поступление в бакалавриат. Бакалавриат у нас отличается очень большим приемом. И в прошлом году у нас было 196 мест, эти места у нас сохранились. В 2018 году
всего бюджетных мест будет 196. Сколько останется на конкурс после зачисления имеющих льготы, мы не знаем, но последние годы показывают, что льготники, имеющие право на внеконкурсное зачисление, у нас составляют очень небольшую часть, примерно 20-25 человек. То есть реально 170 мест, около 170 мест бюджетных на общий конкурс остается. Есть контракт, и в прошлом году мы немножко просчитали с контрактом, поставили невысокий балл проходной для контракта, и вы видите, мы зачислили практически столько же на контракт, сколько зачислили на бюджет. В этом году, может быть, будет более жесткий отбор на контракт, но, как правило, мы всегда превышаем те 75 мест, которые нам по плану отводятся для приема на контракт, превышаем, и вот последние годы у нас идет постоянный рост. Бакалавриат на вечернем, весь контрактный, стоимость обучения всегда минимальная по Московскому университету, и в этом году Московский университет объявил стоимость 350-500, небольшое повышение, примерно 20 тысяч рублей, может быть даже меньше, по сравнению с прошлым годом, и 217-300 для вечернего отделения. В этом смысле вечернее отделение, где преподают те же самые преподаватели, для контрактников в чем-то, возможно, выгоднее, особенно если мы имеем в виду, что днем студенты могут работать. Наш учебный процесс в бакалавриате состоит из нескольких кластеров дисциплин, среди которых общенаучные дисциплины – это дисциплины, которые преподаются всем студентам Московского университета вне зависимости от факультета. Основу нашей учебной программы составляют филологические дисциплины, и здесь классическая филология тоже у нас представлена в практическом варианте. Русский язык и культура речи – это предмет, конечно, предполагающий понимание структуры языка, но прежде всего формирующие у студентов авторскую и редакторскую компетенции. То есть действительно мы учим их писать правильно по-русски и учим студентов правильно редактировать, потому что сегодня редакторская компетенция крайне важна. И, конечно, у нас есть дисциплины, касающиеся теории медиа и практического подхода к журналистике, теории журналистики и технологии журналистики. Все это как бы базовая часть, которую все студенты проходят на первом-втором курсе без разделения по специализациям, направлениям тематическим, индустриальным. На третьем-четвертом курсе студенты сами выбирают по одному из двух блоков модулей. Из индустриального блока выбирается модуль, связанный, ну, скажем, с платформой, на которой существуют медиа. Или это газеты, или это телевидение. Список индустриальных модулей предполагает и фотожурналистику, и понимание руководства медиапроектами, медиабизнес, дизайн СМИ, реклама, связь с общественностью. Но это то, что существует как отдельный сегмент индустрии. Но журналист всегда хорош, если он специалист в какой-то своей узкой теме. Например, прекрасный журналист-международник может не так хорошо знать проблемы деловой журналистики, а журналист, который пишет об экономике, может быть, и не так четко должен знать про социальную тематику. Поэтому мы в дополнение к индустриальному модулю предлагаем студенту выбрать тематический модуль, чтобы осваивать не только понимание сегмента медиаиндустрии, но и углублять знания своей темы. Интересы наших студентов варьируются, но все модули всегда набирают очень хорошие группы, и поэтому каждый может для себя выбрать. На самом деле у каждого студента будет индивидуальный выбор. Кстати говоря, журналистика газет и журналов – это печатная такая традиционная журналистика, журналистика, которая создает тексты, все больше и больше набирает популярность. После какого-то спада все
телекомы заявили, газета умерла, забудьте про газету. Оказывается, что люди хотят читать умные тексты, хотят смыслы видеть. И вот студенты как-то они улавливают то, что происходит вокруг них. И в этом году была даже конкуренция на журналистику газеты, журнал. Хотим писать? Зачем туда идешь? Хочу писать хороший текст, уметь иметь золотое перо. Так что на самом деле вот эти модули, они очень индивидуальны. То самое, что формирует структуру, индивидуальную структуру учебных планов у студентов. Для молодых людей интересен всегда вопрос военной кафедры, но условно называется военная кафедра, потому что в МГУ существует факультет военного обучения, и ребята поступают в параллель, молодые люди в основном, девушек пока еще не берут, хотя они у нас просятся. Так вот, молодые люди поступают на факультет военного обучения и получают дополнительно второй диплом. Военно-учетная специальность, психологическая борьба. И наших студентов дополняют, образование наших студентов дополняют приемами, методами, технологиями ведения информационного противоборства в новых социальных сетях и в новых цифровых пространствах. Для тех, кто хочет учиться в магистратуре, должны сказать, что магистратура может быть и интегрированная, если выпускник бакалавриата хочет продолжать, он продолжает магистратуру, но можно взять и выпускников бакалавриата других вузов. Это дает нам, кстати говоря, достаточно высокую конкуренцию. У нас 4 человека на место при поступлении в магистратуре. Хотя те, кто учится в бакалавриате и участвует в универсиаде и показывает хорошие результаты в универсиаде, разрабатывает свой медиапроект, поступает без экзаменов, имеет очень существенную льготу. В этом смысле вот, интегрированный магистр, он себя реализует именно в этом классическом виде. В магистратуре у нас 5 программ, они в разном количестве открываются каждый год, но те же программы, которые учат писать, снимать, продвигать, управлять и взаимодействовать на международной арене. Кстати говоря, программа магистерская медиакоммуникации в международных отношениях крайне интересная, потому что в элективной части часть курсов читает факультет мировой политики. А наши студенты получают на русском и английском языках курсы факультета мировой политики. А студенты, которые учатся на аналогичной программе на факультете мировой политики, берут курсы по журналистике и по медиа у нас на факультете. Одна из таких инновационных программ, пока еще нигде в университете вот такой внутренней мобильности студентов нет, но мы уже понимаем, что она будет. Ну и, конечно, 3-я ступень образования, аспирантура. Для тех, кто сейчас поступает в бакалавриат, это кажется невероятно далеким, но, уверяю вас, до аспирантуры всего 6 лет после поступления на журфак. Аспирантура учит и педагогике, и методам исследований. Выпускники аспирантуры вполне пригодны работать не только аналитиками, руководителями в медиакомпаниях, но и преподавателями. И в этом смысле аспирантура у нас очень хорошая форма образования. Для тех, кто хочет получить второе высшее образование, но это только контракт, мы предлагаем бакалавриат по журналистике, а также мы предлагаем программы повышения квалификации от 6 до 9 месяцев, программы, которые помогут получить базовые навыки и знания, основные знания в определенной области журналистики и медиа, и повысить квалификацию, может быть, сменить даже свое место работы. Для молодых людей есть 2 программы профориентационные, школа юного журналиста, которая у нас не очень большая,
потому что мы берем там 125 человек. Конечно, школа юного журналиста не может быть развита так сильно, как нам бы хотелось. И еще для нас очень важен сейчас проект медиашколы. Это формирование навыков по созданию продуктов для мультимедийной среды. Многим кажется, что журналистика такая замечательная, они приходят, начинают рассказывать, как они хотят людям говорить правду, а когда им говоришь, ну, заметку напиши или заголовок придумай, они совершенно теряются. Мы нашу медиашколу рассматриваем, ну, как своего рода такие начальные этапы создания медиапродуктов. Мы помогаем ребятам понять, журналистика... Медиа – это их или не их призвание? Это то, что им нравится, или то, что им не очень нравится? В то время как школа юного журналиста больше связана с формированием знаний, медиашкола ориентируется на формирование навыков. Но для тех, конечно, кто хочет готовиться к поступлению, мы поможем вам подготовиться к сдаче ЕГЭ. Подготовительные курсы – это сдача ЕГЭ. И, конечно, подготовка к творческому конкурсу. Наверное, это самое важное, потому что для нас очень актуально, чтобы наши студенты обладали, ну, хорошими знаниями. Для школьников еще есть возможность. Университетские субботы, смотрите на сайте, иногда мы открываем какие-то субботние образовательные программы. Фестиваль школьных СМИ, если в вашей школе есть газета, телепрограмма, радио новости, вы можете поучаствовать в фестивале школьных СМИ. Никаких специальных льгот при поступлении, сразу говорю, но если вы знаете, как пишется журналистский материал или делается журналистский материал для телевидения, вы с этим справитесь и в рамках творческого конкурса. Разного рода квесты, да, конечно, журналистика – живая профессия, и поэтому мы не застыли в образовательных форматах, а стараемся их развивать. Сейчас уже, наверное, поздно кому-то подавать документы на Олимпиаду, но если в этом году, в 18-м, но если есть 10, 9 и прочие младшеклассники, то обратите внимание, Олимпиада школьников Ломоносов по профилю журналистика и Покори Воробьёвы горы по профилю журналистика могут помочь вам испытать ваши силы. У нас, конечно, нет советской системы распределения, но работодатель и вот эти мастерские, часть процесса, работодатель приходит к нам и берет студентов на третьем, четвертом курсе бакалавриата и первом курсе магистратуры на практику и оставляет. Могу сказать, у наших студентов нет проблем с работой. И как говорят многие наши преподаватели, расхватывают как горячие пирожки. Но, может быть, Андрей и Кирилл нам расскажут. Я могу сказать, что это большая честь находиться в этой аудитории. Спасибо большое, что вы нас пригласили. Что такое журналист сейчас? Журналист – это тот человек, который, один из немногих, который может позволить себе говорить правду. Журналистика сейчас – это очень непростая профессия, потому что журналист там 10, 20, 30, 40 лет назад, в 1952 году, тогда, когда сформировался факультет журналистики, в новом его виде, это совершенно разные профессии. У вас будет великолепная возможность настраивать современное общество на догматы правды. Если вы в этой аудитории, значит, вы практически на факультете журналистики. Одной ногой. Самое главное желание. С поступлением могут возникнуть сложности. Если вы уверены на 100%, что вы хотите быть журналистами, то, конечно, журфак МГУ – это двери, в первую очередь, в знания, но и в параллели – это хорошую профессию.